Имя киллера, застрелившего Дениса Вороненкова, просочилось в СМИ с самого утра. Стало известно, что убийство совершил Паршов Павел Александрович, гражданин Украины, 88-го года рождения, уроженец Севастополя. Информацию сначала распространили блогеры, затем нардеп Антон Геращенко. Правда, одиозный советник Авакова, как всегда, блеснул познаниями и выложил целый массив секретных данных. Написал, что Паршов – агент российских спецслужб, никогда официально за пределы Украины не выезжал, но якобы в феврале 2015 года пересек границу, пройдя пешком через один из КПП на границе с Белоруссией. В России Паршов якобы обучался в школе для диверсантов, созданной, вдумайтесь, еще во времена сталинского НКВД, где и получил задание внедриться в воинское подразделение Украины и притвориться обычным солдатом. Исполнив все, Паршов ждал команды из Москвы, ну и вот дождался приказа убить Вороненкова. Где всю эту информацию нарыл Геращенко? Вопрос. Киллер, как известно, погиб, и поведать ее советнику Авакова не мог. Как тут не вспомнить откровение нардепа об убийстве Шеремета, когда после скандала в СМИ в МВД были даже вынуждены официально заявить, что доступа к данным расследований Геращенко не имеет.